Всем привет, друзья! Вот появилась свободная минутка, решил заснять видео. Так особо времени нету снимать. Ну, а видео хочу посвятить тому, что я докупил еще новенького для МТЗ. И вторую часть видео хочу сделать о том, что я сделал за это время, о проведенных, так сказать, работах с трактором МТЗ. Времени, как таковой, повторюсь, нету снимать. Вышли на работу сейчас. Завал у нас. Подготовка к посевной. Подготовка техники. Подготовка семян. Туда-сюда. Людей, как обычно, не хватает. И вот так. Приступим к просмотру купленных мною запчастей. Так, ну вот. Приступим. Начнем с мелочи. Вот. Прикупил штуцера. Это на цилиндр. Это на дозатор. Такие вот штуцера. С одной стороны резьба конусная, с другой простая резьба МТЗ. Вот такой. С одной стороны на 16 диаметр. С другой на 20. Вот. Взял я втулки оси качения. Саму ось качения. Также взял втулки задней навески. Это нижние, это верхние. Вот они, две втулочки. Взял переходничок на дозатор. Сейчас покажу. Вот, чтобы было понятно, что за переходничок. Так, идем дальше. Про ось я сказал. Взял 4 подушки кабины. Вот 4 подушки нижние упорные, 4 вот такие верхние. Так. Дальше идем. Взял я тягу рулевую длинную под переделку, под насос дозатор, которая 940 миллиметров, или как она правильно называется, тоже в каждом магазине по-разному. Сальники взял клапанов, сальники взял, ну, вроде как хвалят, хорошие сальники, на резине не экономлю, взял хорошие, дорогие. Также взял комплект коренных вкладышей и комплект шатунных вкладышей. Вот во второй части видео покажу, я там двигатель разобрал, покажу, что с ним. Вот. Ну, едем дальше. Также я приобрел ось переднего моста с отливом под насос дозатор. Дальше можно повернуть. Крепление я уже одел сам, оно у меня уже было куплено. Болты вкручивал тоже сам, подбирал, у меня были. И штифты тоже подбирал сам. Купил голую ось, только с отливом. Ну и просверленная была. Так, что еще взял? Взял я еще брызговички. Вот такие. 2 штуки. Это большой кабины, но я немного крылья буду переделывать, по-другому делать. Как бы, вроде бы должны подойти. Но не подойдут ту цену, что они стоят, не жалко. Так, по световой я взял передние габариты с поворотниками новые. Назад я взял стоп-сигналы новые. Фары взял в капот. Квадратные такие фары. Так, вот вторая фара. На цепь с электродами не обращайте внимания. Это я тоже приобрел, купил, как бы, ну, это для других целей. Покажу в следующем видео. Топливная у меня тоже снята. Это моя топливная, которая стояла на тракторе. А вот здесь у меня та, что с ремонта. У меня 2 топливные теперь получается. Так, взял
новые резинки уплотнительные на стекла. Вот такие вот у меня резинки новые. Ну, резина вроде мягкая, сейчас просто холодно на улице, чуть-чуть так подзадубело. Надо будет ее в тепло занести. Так, ну сейчас у меня есть еще одна покупочка. Сейчас принесу, покажу, она на стол не влезла. Так. Ну вот, собственно говоря, это стекло заднее маленькой кабины. Родное в размер. Так, а где он? Сегодня только что привез. Так вот. Почему купил стекло, сейчас покажу. Так, ну вот почему я решил поменять стекло. Потому что здесь стоит не родное. Сантиметров так по 8 с каждой стороны. Тереется обзорность. С моими габаритами в этой кабине и так обзорность маленькая. И каждый сантиметр имеет значение для меня. Так что я спросил, сколько стоит, меня цена устроила, я купил. Покупал в магазине агрокомплект.